А где вы живете? На улице? Везде. Ясно. Это когда закончится? Не знаю, наверное, никогда. Как это никогда? Вот так. В какой области ты? В Херсонской. В деревне какой-то, да? Ну так, ну хватит, что ли? Как слышишь меня? Ладно. Где, чё? Ну просто же интересно мне, ясно, все это ну, надо. Ну, я не на курорте, ё-моё, ты сколько раз да я знаю, интересно. Я знаю. Ты не представляешь, как я переживаю, ну, каждый день молюсь. Я скажу, где я нахожусь и что нахожусь. Да сейчас камера прилетит на меня и пи***ть. Только 50 тысяч оформили за тебя. Ну, к Новому году губернатор дал женам, ну, детям, всем детям несовершеннолетних, несовершеннолетним мобилизованных по 50 тысяч. Я пошла оформлять, поехала позавчера вот эти 50 тысяч на Тольку. Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там, он уже третий раз женат, приперлись первые, вторые жены, все на детей получают эти пособия. Ругаются, дурдом, короче, там. Артем, тут что-то слух идет про вторую мобилизацию в декабре, в январе, не знаю, правда. Наверное, все можно. Народу мало, не хватает. Артем, будь, пожалуйста, осторожен, хорошо? Как получится. Молюсь за тебя каждый день. Нет, никак получится. Сын должен расти с отцом, а не так, со мной только. Ну, сын поймет. Все, давай так.